19 апреля 1995 года был принят федеральный закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Знаменательная дата. Мы должны быть знать, что мы наследники великого народа. Великого народа, который трижды спасал цивилизацию. Великого народа-победителя. Великого народа-освободителя. Сегодня российская армия освобождает Донбасс и Украину от неонацистов, терроризирующих мирных граждан на протяжении многих лет. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, но необходимое решение. Данная акция очень сильно направлена на молодежь, она развивает у людей патриотизм. Сегодня, хоть и нереальные боевые действия, но какая-то имитация будет происходить. Я считаю, что это очень полезно для молодежи. Сегодня здесь проходит военно-патриотическое соревнование среди вузов Омска. Вот. И мы здесь собрались, чтобы поучаствовать, посоревноваться каждый друг с другом, выяснить, кто лучший. Это развивает не только какие-то общественные качества в человеке, а также любовь к родине.